Всем привет, с вами канал Crypto Club. Здесь вы найдете обзоры перспективных ICO и блокчейн проектов. Сегодня у нас на обзоре проект Etherink. Это децентрализованная платформа, на которой можно создать свою организацию, либо какое-то, ну, любое приложение. В общем, да. Стоит сказать, что Etherink — это форк эфириума, созданный специально, вот именно, чтобы на блокчейне можно было создать свою фирму. Посмотрим сайт, он у них очень информативный, мне понравился, да, несмотря на то, что язык блокчейна немножко сложный в восприятии для нас, для обычных людей, но ребятам удалось объяснить все достаточно просто и понятно. Итак, что, собственно, сразу видим, да, что основные продажи стартуют 15 июля, и вот эфириум привязан к цене $700 за эфир один. Будьте внимательны, рассчитывайте именно по такой цене, да, когда захотите покупать токены этого проекта. Вот, сразу видим, что очень высокие рейтинги у проекта, да, трек ICO 5 из 5, ICO Mark 9.6 из 10, это очень высокие рейтинги. Вот, и стоит сказать, что платформа уже рабочая, посмотрим дальше дорожную карту. Вот, сейчас пойдем дальше по сайту. Собственно, вот здесь они расписывают возможности и преимущества своей платформы, да, для чего вообще создавать и какие плюсы будут у вашей фирмы, если вы создадите ее именно на блокчейне Etherink. Вот, собственно, создание организации, да, ну, монета проекта может использоваться для развертывания организаций, да, на блок-цепочке Etherink. Вот, это, собственно, то, что я говорил. Создание предложений. Вот, таких предложений, как акция выпуска, генеральный директор. То есть, ребята, можно будет создать акции, да, акции своей компании и уже их реализовывать и распределять среди соучредителей, либо среди пользователей. Вот, также можно будет голосовать по предложениям, да, то есть, допустим, собираются соучредители, чтобы не собираться в каком-то в одном месте, так как ваша фирма будет на блокчейне, она будет доступна по всему миру, и, собственно, монетами проекта соучредители смогут голосовать за то или другое принятое решение. Это очень классный момент, нигде такого не видел, вот, это первый проект, где такое реализовано. Вот, и монетами, собственно, Etherink можно будет платить зарплату, да, своим сотрудникам, собственно, они потом уже ее могут реализовать, либо оставить себе. Вот, что еще здесь интересного? Ну вот, они пишут, да, если централизованная фирма, как обычная фирма офлайн создается, да, там проблемы с документацией, посещением банка, на все это уходит время, юридические сложности, вот, также посредники, связаны третьи лица, вот, а, собственно, все эти сложности уходят, если вы создадите свою организацию на платформе Etherink. Вот, собственно, здесь сразу кнопочка «Можно создать свою организацию», да, дальше будет, можно ее нажать и там вводить адрес, данные, все, и, пожалуйста, у вас будет готовая фирма. Вот здесь описаны распределение монет, да, по цене, вот одна монета Etherink стоит 10 центов, всего будет вот 997 миллионов монет будет выпущено. Вот, дальше у них представлены партнеры и пресса, да, потом идет команда. Вот, собственно, пишут, что у них проверенная команда, да,
работала вот с такими, работал, работали они в таких вот крупных достаточно фирмах, чего стоит только Deloitte, да. У всех тут представлены профили в LinkedIn, у всех заполнено много информации о, собственно, о их знаниях, о их опыте работы, да, много у них консультантов, вот 8 человек представлено различных национальностей люди, да, сразу видно. И вот дорожная карта у них начинается с третьего квартала 2017 года, когда было, собственно, приложение на блокчейне разработано, да, и вот в феврале уже 2018-го сервисы Эфиринк, на которых сейчас можно зарегистрироваться и создать платформу свою, создать организацию, были уже запущены, и вот уже работают практически полгода. Стоит сказать еще, что дорожная карта у них расписана по четвертый квартал 2019 года, да, ну, все это время проект уже будет работать, он сейчас уже работает и дальше будет только развиваться и улучшаться. Интеграция будет с различными сервисами и еще много прочих обновлений будет производиться. Вот, собственно, здесь можно ввести имя вашей компании, да, и создать либо на Mind Network, либо Test Network. Ну, TestNet пока что демо, если у вас, если вы прямо сейчас хотите создать свою организацию, выбирайте My Network, хотя можете создать и на TestNet, да, но, в принципе, и та платформа протестирована, но вот это еще демо-версия. Вот здесь нужно будет заполнить все ваши данные, да, и создать аккаунт. Вот такой вот у них сайт, очень информативный, да, мне понравился. Я еще раз говорю, что у них все просто и понятно. Вот не нужно было читать никакие обзоры, искать информацию, я просто зашел на сайт, ознакомился, понял все о проекте, и мне это очень понравилось. Спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра.